красота. Всем доброго времени суток. Привезли графчика хендлеру, к Виктория, занятие. Вот. Специальное такое здание красивое. Все для собачек, все удобства, все, что хотите здесь есть. Вот в этом плане. У них своя парковочка. Посмотрите, какое красивое здание. Давайте так чуть дальше сделаю, чтобы вам видно было. Красота. Вон там с заборчиком площадка для выгула собачек. Не пойду туда. Снежок, прохладно. Не могу, в принципе, показать вам. Посмотрите. Ладно, раз показываю, так все покажу. Вот здесь. Прежде чем войти, вот вход у нас. Вот здесь выгуливаешь собачек. Вот видите, такая специальная площадка. Заходите. Вон они гуляют. Посмотрите. Вот ты какая маленькая. Или маленький тут. Да. Я не буду я заходить на твою территорию. Не ругайтесь. Что там еще? Вот площадочка для выгула. Да не ругайся ты, не ругайся. Все, я понял, ухожу. Иди сюда, иди, маленький, на понюх. Все, ты хороший мой, хорошенький. Я не могу понять, сами кобели, сучка, кто. Все, ухожу, понял, не вопрос. Все, извини, говорю. Погода сегодня очень красивая. Добирались мы сюда 55 минут почти. Заходим. Вот. Светлана, добрый вечер. Вот наша Светланочка, это владелец этого прекрасного заведения. Вот Евиналя. Светлана, с вашего разрешения, можно я покажу, как у вас здесь красиво, уютно, комфортно? А то меня просят. Да, сейчас пойдем. Я бахилы одену, потому что Светлана все строго, чисто и аккуратно. Без бахилы никуда не пускает. Так и надо. Ой, привет всем. Так, Светлана у нас. Все у нее должно быть аккуратно, чистенько. Так. Мы тогда пройдем к Виктории, Светлана? Да, конечно, конечно. Да, пойдемте. Спасибо вам большое. Да, хорошего вечера вам. Здесь поднимаешься наверх, кафешка, можно переждать, пока собачки занимаются. Внизу грумеры работают, там же бассейн находится. Ой, какие красивые. Комната. Все, понял. Извини. Подожди. Виктория, к вам можно? Здравствуйте, а то у нас Виктория прыгнула. Ты мой красавчик. Виктория меня просто прогоняет, говорит, уходи, не даешь заниматься, он отвлекается. Папу увидел. Так, Виктория, если вы не против, буквально несколько минут для моих друзей сниму. Спасибо. Видите, как отвлекается, когда меня видит? Смотрите. Вот так. Задача Виктории, чтобы он не задевал. Так, видите, задевает пока. Вот так чисто прошел. Виктория будет на выставке представлять графчика 24 декабря. Он графчик ее обожает. Как он, нормально работает, Вик? Очень даже. Да? Вик, что за выставка 24-го будет? Меня интересует, я никак не могу. Первенство Ярославля, по-моему, да, там, или Кубок Ярославля будет? Ярославля, две выставки. С главными экспертами. Шикарно. О! То, что нам надо. Все. Так, не буду спрашивать у Виктории шансы какие, потому что будет ругаться сразу. Шансы есть, но будет ругаться. Виктория мне сказала, как, когда я познакомился с Викторией, я спросил, она сразу мне по телефону сказала, не видя графа, Олег, если мне не понравится собака, я буду видеть, что она не подходит к выставкам, я сразу откажусь, не обижайтесь. Я говорю, хорошо, Виктория, как скажете. Мы приехали, и у них любовь с первого взгляда, у графа с Викторией. Все. Стойка. 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 Да, молодец. Красавчик.
Виктория, а для чего вот это нужно было? Вот эти штучки перепрыгнуть. Повалить. А? Почему собаку правильно двигаться? Вот. Потому что многие будут интересоваться, я не смогу правильно ответить. Тянуть носок. Тянуть носок, вы видите? Ну, Виктория не любит, когда ей много вопросов задают, сразу вас всех предупрежу. Она любит работать. Ой. Здорово. Расти большое. Умница. Всем привет, привет, привет. Это тренажер такой, да, Вик? Да, это балансировочный диск. Балансировочный диск. Ты извини, я тебе пару вопросов все равно задам, Вик, не отстану от тебя. Потому что у меня тоже будут интересоваться люди. Пойми и прости, пожалуйста. Прощу. Благодарю. Благодарю. На самом деле с Викторией мы подружились. Замечательный, прекрасный человек. Строгий тренер, хендлер. Мастер своего дела, 20 лет она занимается этим делом. У него самой собака Бурбуль, красавец, тигровый, замечательный. Вот так. Смотрите, как он ее слушает. Посмотрите, как он ее слушает. Занятие занимает 1 час. Вот, вот как я обожаю, когда он встает на эту штуку. Я прям с ума схожу. Вот, посмотрите, как он. Посмотрите, какой у меня шинуля красивый. Вик, ты говорила на прошлом занятии, забыл, здесь какие-то мышцы, да, ты говорила? Спинные. Спинные мышцы. Упражнения для спинных мышц. Видите, у нас Виктория не разговаривает, она делает свое дело. Я работаю, не разговариваю. Вот, вот так вот. Она думает, что я блогер. Что ты, говорит, постоянно снимаешь? Просто не понимаешь, что я коплю. Сравнивать хочу, сравнивать, Виктория. Я сравнить хочу, какого он был, когда я привел, и каким он стал. А мы сегодня, кстати, Виктории привезли подарочек, но не сказали, что здесь. Я ее просил не открывать. Я не открывала. Она не пообещала, не открывала. Сейчас еще одно упражнение Виктория покажет вот на этой штучке. И потом попрошу ее вместе с вами открыть. Хочу посмотреть ее реакцию. Вот на этой штуке я не могу сам стоять дома. Смотрите, как нелегко. Смотрите. Давай, давай, не похуй. Почти сам. Ой, это сложная вещь на это. Ой, молодец. Виктория после каждой тренировочки, занятий всегда говорит, хвалите, хвалите, хвалите его. А графа хлебом не корми, дай его только похвали. Поехали. Давайте я вот так его сниму, чтобы вы видели. Да. Вот такой. Нелегко стоять на этой штуке. Еще нелегко. Видите, еще он должен упираться ногами, задними лапками должен упираться. Видите? Вика, а это для чего это упражнение? Только, а это скажи, все, отстану от тебя. Тут много для чего. Вот. Потом еще Виктория против того, чтобы снимали и
все свои секреты она не раскрывает категорически. У человека 20 лет стажа, знает, что делает. Я раскрываю. Зачем? Вот для вас раскрывает, для меня не раскрывает. Вик, а можно тебя попросить подарочек открыть? Очень, я этого еле дождалась. Пойдем. Пойдем, пойдем смотреть. Он... Волнительность. Еще до Нового года, вон сколько времени. Печатано. 33 сделка, ух ты. Классный. Ну, расскажи. У меня теперь свой граф. Она, расскажи, как тебе? Вылитый. Похож, Вик, ты классный, вот... Классный, да. Ну, с наступающим тебя. Спасибо. Он пока у нас не титулованный, вот тебе такую статуэточку. Как живой. У меня теперь свой граф, покажи. Это многие тоже интересовались, очень хороший мастер. В Краснодаре классный. Живет женщина. Пока без ее ведома не могу сказать фамилию, имя. У него даже шерсть. Да. Глазки вот эти с подтеками. Да, все как положено, Виктория. Обалденный, спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, когда он чемпионом мира, дай бог, станет. Сделать еще одну. Обязательно. Постарше. Первую, как он начал с тобой заниматься. Вот он, как он начал с тобой заниматься. И дальше потом подарим. Ой, ну нереально, глаза как живые. Ну, как настоящие, расскажи. Да. Да? Обалденный. Пузико розовое, лапки розовые. И причиндалы тоже сделали, как положено. Ну, видишь? Как же без причиндалов? А, кстати, Виктория всегда говорит, коконы, ну, вы поймете, о чем я, колокольчики, имеют большое значение на выставке. Виктория, вам спасибо большое. Вам спасибо. Все передают вам привет. До свидания. До свидания. Все, спасибо.